Пряник на вес золота. Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа вернулась с победой с международного хлебного салона, который прошел в Минске в рамках продовольственной выставки «Продэкспо-2018». Что она продемонстрировала жюри, об этом далее. Три дня не распрямляя спины. Такова цена золотой медали в номинации «Художественная работа из теста. Пряники ручной работы» Международного хлебного салона в Минске. Студентка второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа Александра Пшанова и мастер производственного обучения Марии Ягина решили украсить пряник так, чтобы сразу было видно, откуда он. Центральной фигурой стала Нарски. Это самый популярный персонаж в Чувашии. И о ней много люди знают. С портретом девушки проблем не возникло. Еще до поступления в колледж Александра закончила художественную школу. Другое дело – вышивка. Мы прибегали к помощи учебникам и библиотек. То есть взяли книги по орнаменту, по чувашскому искусству, по вышивке. И уже оттуда выбирали подходящие нам рисунки, которые мы сможем воплотить в жизнь. Все, включая канву, должно было быть съедобным. Это очень кропотливая работа. На самом деле мы брали глазурь белого цвета и насадку с очень тонким отверстием и отсаживали и тянули эти линии сами. В итоге первое место в номинации. А вот каков шедевр на вкус, никто, включая нашу съемочную группу, узнать не решился. Есть такую красоту, рука не поднялась. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Павел Редков, Республика.